продуктах в суе упоминаем название каких-то торговых марок. И претензии чисто юридического характера, мол, мы годами создаем имидж нашего продукта, а вы в своих шутках его портите всячески. Ну, то есть суть в том, что годами в рекламе врать можно, а один раз пошутить — это сразу юридическая ответственность. А вот этот номер в свое время как раз стал объектом юридической атаки, назовем это так. Суть в том, что в какой-то момент руководству Запорожского автомобильного завода показалось, что мы представляем их продукт в негативном свете. Причем именно мы, да, то есть не конструкторы, не дизайнеры, да, не техники, а вот мы, да. Ну, не знаю, нам наоборот казалось, что мы хвалим, потому что в наших номерах она хотя бы ехала. Вот такое, вот. И, собственно, этот номер хочу вам почитать. Я в Запорожье, когда его читал, вот после этой всей предыстории, такая фраза была, говорю, а есть кто-то, кто работал или работает на автозаде? Поднимите, пожалуйста, руки, откуда бы они у вас не росли. Ну, так вот, я к чему, собственно, все вел. Рекламный буклет автомобиля «Таврия» под ваши аплодисменты. Спасибо.